Ты не был мне хорошим сыном. Нет. Нет. Зачем ты здесь? Мне нужно с тобой поговорить. Мне потребовалось 32 года, чтобы примириться с этим фильмом. Если не будешь писать или снимать, то что станешь делать? Жить, наверное. Не понимаю, зачем ты это написал? Написал, чтобы все забыть. Я не хочу об этом говорить. Ты мечтатель. Кем это ты себя возомнил? Я просто сказал правду. Фильм закончился, зрители вас ждут. Я много о ней думаю в последнее время. Увидишь что-то странное, позвони мне. С ним все странно. Вы не могли бы снова поаплодировать? Мы знакомы? Да. Если бы я была мужчиной, я бы тоже плавала в реке нагишом. И что это? Драма или комедия? Я не знаю. Заранее никогда не знаешь. Боль и слава. Береги себя. Был очень рад тебя увидеть, правда. В кинотеатрах с 12 июня.